Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Седьмой том. Вопрос 1920. Говорят, что есть белая зависть и святая гордость. Как это разуметь? Разуметь, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Говорят, но это вовсе не значит, что нужно это объяснять. Священное Писание таких приставок к этим словам «зависть» и «гордость» не знает. Хотя слово это может быть заменено на другое равнозначное, но со знаком «плюс». Значение словам нужно придавать точное. Евангелие от Матфея, 19 глава, 17 стих. Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Житие Игнатия Богоносца, 20 декабря. Тут Игнатий встретил и приветствовал святого Поликарпа, божественного апостола, епископа Смирнского, своего соученика, и с ним утешился богодухновенную беседую, радуясь о своих узах и гордясь своими оковами. Поставленный на арене, святой обратился светлым лицом к народу, гордясь мужественной душою и радуясь, что он принимает смерть за Христа.